берет, да едет. Да, все нормально, надо. Она пилит четко, она говорит, что давай фусфарму заведем. Ты давай это, слышишь, стих какой-то там рассказывай. Она что-то не пилит у тебя, что, вот такой проедет? Да нет, аккумулятор. Чехоточка, она пилит, Макс, не сы. Что-то прихватило, да, тебе чуть-чуть? Прихватило, но... Во, в отражении смартфона вижу. У меня нежные волосы. Нежные? Да ты сам нежный весь. Давай вот в сторону. А что она будет пилить? Я сура, ребенок, нежный. Сура. Так ты стих будешь рассказывать, нет? Что-то про волка. Про волка. Да, волка. Распашуил я пошел на волка. Ну не я, конечно. Слева сосны, справа сосны. Вот какой большой тайга. Пиздяли дальше. Вот попались мне волка. Слева сосны, справа сосны. Давай, в лесу. Да в смысле ты ему клок-то выстриг уже? Как не ебать? Давай, ебашь, на. Прям под ноги ебашь. Да похуй. Да ты нормально все, когда будешь пилить, она пилит нормально наждачка. Наждачка, говорит. А что чуб не состригается, а за ним? Так она не стрижет. Серега, что за нахуй, а чего вот такое? Она такая вот ебатейская, но ее надо это, связь, она все будет... Связь надо? Ну, за мной мастер работает. Стряхивает. А, стряхивает, я думал, она от связи работает, в лес-то зачем брать, там связи нет. Ну и, короче, слева сосны, справа сосны, вот какой большой тайга. Повстречал я там волка, слева сосны, справа сосны, вот какой большой тайга. И чё? Налетели мне волка. Слева сосны, справа сосны. Вот какой большой тайга. Дал понюхать им носка. Разбежались все волка. Это знаешь, это... Кетлолазим, шишкармя, мы волну пиздец даём. А, чё-то такое, это кет.